День науки в этот понедельник отмечали и во многих тверских школах, причем ученики и их педагоги не ограничились лишь торжественными докладами. Подробности у Романа Быкова. NH4OH и цинк-СО4. Реакция идет? Нет. Реакция не идет, правильно. В результате реакции не происходит выпадение осадков или выделения газа. В химических процессах и реакциях девятиклассник Андрей Артеков видит особую красоту и эстетику. Во многом именно за это он и полюбил химию. Хотя признается, что в науке его привлекают не только практика, но и теория. Знания черпает и на школьных уроках, и постоянно ищет дополнительные источники, тематические YouTube-каналы и научные статьи. Свое будущее я хочу связать с химией, хочу, чтобы моя профессия была связана с этой дисциплиной. Потому что интересно. Уроки науки в этот день традиционно проходят в Тверском лицее по разным дисциплинам. Химия, физика, астрономия, география, биология. С младшими школьниками своими знаниями делятся старшеклассники, призеры региональных олимпиад, участники научно-практических конференций. Ну, наука же, она постоянно развивается. Ну, вот, и быть на острие всегда, по-моему, очень здорово. Такие уроки помогают привлечь внимание школьников к научному прогрессу, привить интерес к поисковой работе и самостоятельным научным исследованиям. Преподаватели считают, что чем раньше начать знакомить ребят с тайнами науки, тем больших результатов они добьются. Те работы, которые они делали здесь, в стенах лицея, превратились в курсовые дипломные работы в вузах. И даже есть уже мои ученики, кандидаты биологических наук, которые, начав заниматься исследовательской работой здесь, в лицее, превратились уже практически в ученых. Специально ко Дню науки в лицее подготовили выпуск газеты, посвященный великим ученым, и оформили стенд о научных исследованиях учеников. В основном здесь представлены проекты и разработки старшеклассников, многие из которых уже задумываются о том, чтобы в будущем заняться наукой.